Здравствуйте, ребята. Продолжаем волшебное прохождение за Токугаву вместе с Воландом. Вызов война со всеми, кто забыл, и нельзя нанимать юниты. Я уже посмотрел его предыдущую серию. В принципе, помню, что он тут делал. Да, вот тут неприятные всякие каики бродят, ходят. Мне нужно немножечко денежков заработать и занять позиции, на которых мы будем дальше жить, да? Потому что уж точно не Воланд этим будет заниматься. Поехали. Продолжим его грабежи. Здесь им не понадобится дудзи лучников. Спасибо, не надо. Так, тут есть Нидзюка, который должен исследовать... Да что там за вопли, маленький даймё, ну? Только сядешь поработать, обязательно разбудят, но... Так, давай. Отлично. Где у нас еще есть агенты, которые не походили? Вот еще дядька есть. Кстати, тут никого нету, но вот эти вот бомжовские провинции, они их вообще не отстраивают, там грабить нечего. Это большая проблема. Ну, можно там, типа, сломать что-нибудь, чтобы подкачаться, да? Тут еще ниндзя есть. О, прикольно. Враг ранен. Так. Так. И что тут делать? То есть... Кто-нибудь из них на аварии нападет. Могут все напасть на аварии. Как бы не прикольно здесь оставаться вообще. Однозначно. Однозначно. Можно уйти сюда, кстати, и сразу Динс Микаву забрать вот так. Но тогда я пополнения не получу никакого. Что как бы не очень хорошо. С другой стороны, армия-то никуда не денется. То есть, ну, дойдет она до аварии. Я здесь. Он меня сразу увидит. Я заберу Микаву. Но он сразу нападет опять. И чё? Так, давай, короче, мы вот так сделаем. Я уберу вот сюда всю армию. Вот вообще всю. Здесь, ребятки. Так, ты, друг дорогой, пойдешь наблюдать за Оми. Да. Так, авария. Ну фиг знает. Давай вот сюда тогда я... Я немножечко объединю войска. Чуть-чуть, чтобы взять с собой вот в эти кусты только целые отряды. Блин, придется так делать. Так. А, еще надо, да? Вот, раз, два, три, четыре, пять. Вот сюда уходим. Ой, этому парню, кстати, нужно дать развитие, да. Хороший дядька, у него истинно верующий есть, что дает нам прирост веры. Каждой провинции, где он находится. Можно 2600 потратить, чтобы вот этих всех переманить. Это, кстати, может быть прикольная тема. Деньги-то куда-то девать надо. Так. Ну, это трупешники. То есть, нет, я, ну, по сути, я как бы заплачу, и они все исчезнут. Потому что их убьют, скорее всего. Это... У меня ночной атаки нет, хотя я хотел даймё ночную атаку вкачать. Я мог бы сейчас разбить вот это дело. Но не хочется никаких юнитов терять. Я, короче, вот в эту провинцию уберу все. Чтобы оно как-то пополнилось, да?
Так, давай попробуем вот этого агента, я не знаю, куда-нибудь убрать. Вот сюда. Вот сюда. Все? Нет, еще самое главное. Самое главное вот здесь. Такую игу. Грабим ее. Я попробую сейчас восстановить все, чтобы ниндзюк можно было нанять хороших. Ну, точнее, хотя бы еще одного. У меня было на одного ниндзю больше. Есть, да? Да. Ну вот, теперь я, по-моему, все сделал, что хотел. Небо и земля изучается. Со всеми война. Все агенты походили, все армии походили. Конец хода. Беготня. Кот пошел. Почему он обошел аварии и пошел на мина, я не понимаю. Это какой-то... Какая-то мега-провинция, которая всем нужна, что ли, или что, я не понимаю. Так, это я вырежу, но сыграю сам. Я, кстати... Блин, ну если бы я знал, что он так вот захочет обойти, это бред, конечно, полнейший. А, стоп, я эту битву вырезать хотел. 469 человек. Блин, их 4200 было много. Нападают на мина сразу. А чё... Странно, почему они мина не забрали. Так, здесь можно выиграть. Сыграем. Где враги? Вон они. Так, прячемся пока сюда. Допустим, что делают два отряда, я понял. А это куда пошел? Самый хитрожопый, что ли? Интересно, конечно. Хирел меня там бить. Давай, рубай все это. Как там оно красиво. Господин, близок час вашей славной победы. Изи-пизи, лемон-сквизи. Встретимся на глобале. Героическая победа, хорошо. Даже какой-то отряд остался там. Опять эти сакаи вонючие. Смотри-ка, даже зелененькие вылезли. Провинция потеряна, аварии, замок в осаде, восстание, восстание, растущее недовольство, восстание, недовольство, вот это вот все. Скрытая армия обнаружена. Так, ну, тут мы, конечно, забираем. Смотрите, какие деньги, да? Просто деньжище и понаметь. Это все вот из-за того, что они никаких построек вообще не поставили. Так, куда мы уберем? Давай сюда. Ну, бля, стоп! Заарестовать. Потому что ну его нафиг. Так, здесь мы забираем аварии вообще без вопросов. Ноль потерь, грабим на 3300. Ас. Очень хорошо. Так, здесь я, пожалуй, встану вот. Попробуем получить пополнение. Кстати, 57%, 6192. Но это, блин, капец. Денег, короче, забей, не будет больше, да? Дико лучше в Татоме. Вот. Здесь, кстати, восстания не будет, а так было бы, да? Клево. Это что? Очень маленькие проценты. 50% тоже мало на самом деле. Он вообще бездарность просто какая-то. Ладно.
У нас есть ниндзюка хороший? Он здесь шарится, неизвестно, что делает. Что, я познакомился с кем-то? Моргнуло что-то, нет? Нет, все нормально. А что мне тогда вот этим делать? Не знаю, задержи вот это. 45%, серьезно? Окей. По крайней мере, хоть что-то у тебя получилось. Шанс скрыться, вероятность полного успеха. Нет, шанс скрыться однозначно. Вот, какие еще агенты у нас есть? Ну да, вот этот Мацука. Идем по дорожке. Топ-топ-топ-топ-топ. Оп. Неизвестно, что это. Но мы берем. О, 1 000 000 лучников. Ну, ё-моё. Хотя при захвате замков это... Секундочку. Да, вот так. Ночные атаки, все дела. При захвате замков это хорошее дело. На следующий ход убиваем полностью Такеду. К сожалению, не будет больше Такедовой кавалерии. А здесь мы забираем Иса полностью. 600. Господи. Есть. Тут видите, какое дело, да? Так, а ниндзюки где наши еще раз? Один в Оме сидит, один вот, да. Один тут, ну да, ну да. Я хочу еще одну ниндзюку, но я боюсь, что авари заберут. Блин, давай попробуем починить, конечно. Хрен его знает, что с этого получится. Может и получится что-то, а может и нет. Неизвестно. То есть у нас получится вот авари раз... Татоми 2. А, и все. Ну, то есть здесь 3. И мне 4 нужен где? 4 нужен Микаве. А в Микаве, возможно, только если я прямо сейчас заберу. Ё-моё. Ну, стоит оно того? Сколько стоит? 400. Ну, давай попробуем, как бы, блин, не знаю. Черт кто знает. Кажется, что не прокатит, нифига. То есть они забирают мины, потом, скорее всего, они за мятежниками пойдут. Но авария может забрать вот этот звездюк. Ладно, окей, но у меня все равно не хватает. Мне все равно не хватает ниндзючницы одной. Здесь бесполезно ее строить, потому что... Хотя надо было на самом деле... А, я не мог. У меня здесь стояла эта... Хреновина. Здесь не успел бы поставить, потому что у меня на следующий ход буквально забирают. То есть у меня вариантов-то нету на самом деле. То есть что тут... Делаем храм, храм. Здесь можно ниндзючницу поставить, но мне нужны монахи больше, наверное, все-таки. Да все, наверное, больше тут ничего не сделаешь. Ладно, поехали. Отстань, гнида. У нее ничего не получилось. Хорошо. Блин, тут докопался тоже. Уйди! По крайней мере, я смогу его восстановить, если что. Так, ну мне лениво здесь. Это просто лениво. Ну, типа, потери 0, сам бы играл, там потери 300-400 было бы. Это что? А, Икаики, ага. Да, вот он побежал к... Здесь он убийца хочет. Зачем? Не знаю. Кстати, было бы прикольно проиграть ему, но я бы там даже специально не проиграл бы.
Выпнули зеленых. Минус 1300. Блин, моего ниндзю просто... What the fuck? Время возведения построек всех принцев минус 25%. Не-не-не. Чего, угорать что ли? Какие минус 2500? Идите нафиг. Вот, хорошая новость, и то, что я могу здесь ниндзю сразу нанять. То есть, как бы, ну, не зря чинил, да, и причем... Сразу его вкачать немножечко. Ну вот. Плохие новости. Аварию меня заберут, и все. И как бы на этом... О, класс. Это мы однозначно делаем. Тут будет битва. Здесь надо убрать этого козлину. Да иди в жопу, серьезно. 80% и не удалось. Это очень плохо. То есть можно Игу сейчас немного подзадержать, да? Ну, типа, не отдавать. Наверное, нет смысла. Аварии я теряю. Микава не успевает отстроиться в любом случае. Поэтому это все лишнее. Денег нет. Но вы держитесь, ладно. Продолжаем. Ха-ха. Иди вот сюда, наверное, я потом в город его засуну. Тихо-тихо. Миллион лучников. 1600, тьфу, блин. Так, тут тоже, видишь, какая фигня. То есть ничего не построить быстро прям. Быстро прям ничего не построить. Сколько ходов? Два хода, не. Давай восстановим это дело. Очень много у меня лучей, поэтому один отряд мы убираем. Уничтоженный великий дом Такеда, да, с катертью по жопе. Ну что, держим Игу или не держим Игу? У меня на следующий ход буддийский храм делается. Я, в принципе, не знаю. Можно этих поубивать, если очень захочется. Но мне реально надо это... дождаться, пока наймутся монахи, потому что если я сейчас отсюда уйду, то вот эта вот дрянь, вот это вот все, чехарда вот это вот, она нападет на Ямато. Что вообще не прикольно, да? Так, ну можно, знаете, что сделать? Можно потратить немножко денег. Задержать, например. Сколько тут диверсия? 47%. Этот не может. Здесь 63%. А могу я вот этой вот штукой задержать вот эту армию? Очень дорого. Нет. Это так дело не пойдет. Пойдем лучше наверх. Нафиг все эти приключения. О. Блин, там монах и Каики. Он может меня грохнуть. Ух ты, а здесь в Акасе, смотрите, крепость стоит.
И улучшенная ирригация. Улучшенная ирригация дает еды 2. Крепость жрет еды 3. Тьфу. А здесь тоже улучшенная ирригация и крепость. Да, неприятненько, неприятненько. $700 диверсия. Блин. Диверсия 1100. Не хочется монахов лишаться, понимаете? То есть я не уверен, что вот эти не нападут. А сколько стоит их переманить? Допустим, вот этих. 500 рублей. Может, оно того стоило, не знаю, посмотрим. Лишиться монахов вообще не это самое. Не прикольно. Вот. Вот, этих задержал, этого переманил. Ну, то есть, короче говоря, Ямато, скорее всего, достроится, все нормально будет. Вот этим капздец, ну и пофиг на них. Просто я должен был быть уверен в этом. Далее. Кто не ходил еще? А, ну этот парень не ходил, да. А надо, чтобы он ходил? Вот в чем вопрос. В принципе, было бы неплохо. Давай я его подвину. А здесь от восстания избавимся, не надо нам восстания здесь пока что. К сожалению, не смог ни черта сделать с этим. И агенты все походили, да. Все, теперь нападаем. Да, здесь битва будет не самая простая, но мы постараемся. Поехали. Вот дождя мне точно не надо. Куда кто, куда чего, да, неизвестно. Ну, короче, здесь пойдем. Вот это, я думаю, будет единичка у меня. А... Почему эта штука здесь? Так, а вот это двоечка. Троечка, значит, самурайку мы поставим прямо здесь. Она сейчас под вышку побежит, под вот эту. Так, троечка. Да тоже, наверное, бегите так. Сюда. 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 Сзади же у меня никого нет. У меня сзади точно никого нет. А, о. Вижу. В принципе, вот здесь, наверное, где-нибудь. Мы встанем. Реально, вот здесь надо вышку сжечь. Бой начальника пострелять получится, интересно. Сколько его там? 21.
Ой. Да ёптать. Так, по-моему, я забыл, что я здесь хочу сделать, да? Лучников. Вражеская башня разрушена. Прекрати так умирать. Слушай, а это что такое вообще? Че? Вы начальник, ты нормальный? Охренеть ты балклан, а? Вы чё? Да. Ну, конечно. Бегут с поля боя! Какой позор! Это кто убежал? Сигарки убежали. Все здесь, да? Да, теперь надо все это догнать только. Как здесь дела? Ну, как-то поливают их потихоньку. Короче, догоняем вот это все. Господи, и возвращаемся. Наш отряд разбит. Ну, не знаю, кто там разбит, парни, но я что сделаю? Ну, хорошо, здесь почти всех расстреляли, время особо не тратили, то есть таймер даже не приблизился, да? Давай сожгем вот эту вышку дурацкую. Получается, да, поближе подходи. Сейчас прибегут еще наши вот эти ребята. Ну вот.
Угу. Давай сожгу еще ворота здесь. Вражеская башня разрушена! Вот. И получается, что сейчас будем атаковать. Что с тобой не так, а? Отряд остался без боеприпасов. Да, отряды остались без боеприпасов. Что ж теперь сделаешь? Да, давай. Что за... А, ёпта, блядь. Я здесь не сжёг, я забыл здесь сжечь ворота. Я реально забыл здесь сжечь ворота. Ну ладно. Вот дал, а. Это ж было. Так. Всё? Тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим. Все? Да. Потерял я сигарку с Яри. Ай-яй-яй-яй-яй. Зато 5600. Слушай, а полководец-то выжил, вы представляете? Вот скотина, вы посмотрите на него, а. Вы гляньте на эту мразь. Это просто вообще какая-то жесть. Иди сюда, сука. Да ладно. Я не верю. Я не верю. Вот просто я не верю. Что это за авторасчет такой? То есть вот это как вообще? Где эта гнида? Ну серьезно, сейчас мне его искать 3 часа. Наш полководец в опасности, мой господин. На. Он даже стоит, ничего не делает. Не говорите мне, что он сейчас убежит, вот серьезно. Смотри, какой орел, а. Ты посмотри, какой орел. Просто рубится, ну. Джигит, ну. Конец-то, господи. Еще 5 человек потерял, между прочим. Все, он уже крови попил у меня, мразь, а. Опс, че. Так, ладненько. В Микаве минус 9. Ну, восстания-то тут, наверное, не будет, нет? Или что, будет, что ли? Будет восстание серьезное. Я не знаю, где они возникнут, и как бы если он на пути у меня, например, возникнет. Я отменю налог. Извините. Ну, видимо, все. Так, ну эти должны, по идее, аварии атаковать. Самого Дамио они не видят, поэтому не смогут сагриться. Он, кстати, очень скоро получит свой 5-й уровень. Это вот этот, да? Ну, тут еще решить надо, куда идти. Хз, 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 хз.
Давай, Ходзи пытается все моего. Вот так все-таки он крякнул. Мацуки на Мацуку, моя Мацука круче. Заматючил этого Мацуку. И ты тоже пошел в жопу. Авария, ну да, ну да. Ну что вы так долго мне все это показываете? Это что? Потерь-то все равно ноль. Повышение уровня Мацука — это хорошо. Попытка взять в плен, принцип потерян, принцип потерян, принцип потерян. Казнем Мацуки врага, отлично. Армия разбита, армия разбита, армия разбита. Растущее недовольство, восстание Ямато. Ямато — это где это? Это вот здесь. Кстати, надо не забыть, да, монаха. И еще одного. Все. Тут я счастлив. Что мне с этим вот делать? Я никуда это не дену. Никуда я это не дену. Я могу еще кого-нибудь переманить, но... Давай вот так. Вот. Итого у меня два монаха. Это прикольно. Может быть, даже они выживут. Степень довольства, где находится... Нет, это херня какая-то. Усердие в обращении провинции. Ну, допустим. Говно и то. Воодушевление армии, степень довольства. Блин, да что за бред-то какой-то вообще? Отстой. Сплошной. Сплошной отстой. Икаики все еще за мной по пятам бежит. Бежит за мной, падла. У меня 6 тысяч минус 2400. А что так до хрена? Ну, ладно. Они, кстати, могут забрать Микао, потом сразу Татоми, да? Теоретически. Сколько у него луков вообще? Много у него луков? Давай посмотрим. Я ничего не посмотрю, походу, да? Не, ну что-то могу посмотреть вот сюда, вот, например, подойти, если... Даже вот сюда я могу подойти. Здорово! Как же ж без тебя-то, ну? Прикольно, что я Оми могу забрать вот этими двумя отрядами, по сути. Охота на даймё, конечно, жуткая, если честно. Выйти надо, конечно. Так, здесь вытью. О, у нас есть вероятность жертвы покушений. Да, давай, конечно. И вероятность сбежать провала.
Хорошо. Мало. Маловато будет. Храм Дзюдо Синсю. А сколько у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. То есть еще два отряда от гарнизона вполне себе нормально здесь будут. Ну все, тогда ничего сносить не будем, не надо. Нет необходимости. Теперь туточки. Слушай, ну здесь по-любому сидеть нефиг. Вот просто нефиг сидеть. Поэтому... А можешь ты на его место встать? Потому что я все-таки хотел бы засаду сделать вот... Да, вот так. А, нельзя, да? Ладно. Ну вот, они сидят, целуются. Здесь... Не вижу я никаких этих... агентов. Особо. Подкупить поселение, но это бесполезная трата денег, конечно, была бы. Ладно, давай сюда. Чисто подкачаться, да? Так. И последний Нидзюка остался. Блять. Твою мать. Это какой-то очень хороший Нидзюка был у меня. Это, знаете ли, сильно обидно. Прям вообще. Сука, ну тут как бы рандом. Что тут сделаешь? Да, у меня осталось два бомжа, блин. Ай, блин. Так, ладно. Тут, возможно, получится засаду сделать. Можно, конечно, на них напасть просто, но... Это не так весело, мне кажется. Восемь тысяч минус 1900, блин. Ладно, поехали. Отвали, сука. Вот так, молодец. Ой, хорошо, ой, хорошо. Прям сказка, песня. Что я бы мог, наверное, но не стану. Попался. Попался. А сколько время? Ну, чё, командуем большой армией, да. Попался он вот этой армией, то есть я сейчас с двух сторон его захлопываю, да. Жалко, нету здесь самураек этих. Никакой конницы, ни черта такого. Ну ладно, что есть, то есть, поехали.
А, это... Подожди, это не засада, нифига. Черт. Ну ладно. Да, это нифига не засада. Черт, черт, черт. Вот отсюда наши ребята пойдут. Тут как бы вариантов-то немного. Пойдем на холм. Это примерно вот так, наверное, поставим. Четыре. Будете стоять на открытой местности, ребята. Так. Охренеть, блок такой. Очень стратежно мне. А что это за говно тут еще? Господин, их военачальник мертв. Серьезный удар для врага. Бля, ну что за нахер? Что ты хочешь от меня, говно? Извините. Поехали дальше. Нахер просто снесли. Здесь просто чаржем. Хорош, хорош, хорош. Идите в жопу, блин. Кто еще тут из лучников остался? Все? Все. Встретимся на глобале. Ну, многовато, да, там, конечно, блин. Поймали меня на муве. Ну, в целом, ладно, сойдет для сельской местности. 4900, 2600, я потерял 1000, блин, капец. По идее, разбежаться должны были к чертям собачьим, если бы я все правильно сделал. Они, в принципе, сбежались, конечно. Это что такое? Ты драться хочешь? О. Восстание в Этю. Так, там, по-моему, новая фракция образовалась.
с которой мы типа не знакомы еще. Как она называется, вот это вот? Ну вот, видишь, замечен дом Цуцуи, да. Пожалуйста. Это они забрали у Икаики. Так, и мы не можем дойти. Ну, мы можем вот что сделать, видишь? Ага. Халява. Здесь снесли уже эту штуку. Попробуем. Есть контакт. Хаттори здесь. Не знаю, что они тут делают. Сможет он дойти до сюда? Да, сможет, наверное. В любом случае, я ничего построить не успею. Так, а мне нужно туда. Кроме шуток. Есть. Вот этот козлина моего начальника, ниндзюку моего убил в прошлый раз, правильно? Да, правильно. Так, будем отбиваться от этого или пошли не в жопу? Серьезно, то есть здесь Дзинбо, это вот это, да? Здесь, я даже не знаю, что это. Ну, короче... По-моему, здесь были всадники с катанами, если я не ошибаюсь. Или меня приглючило. Монах и Каики, интересно. Даймё. Ясно. Так, тут, дорогой друг. Да-д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 а, пожалуйста. О, да. О, да. Сейчас кончу. Ладно. Так, сколько у нас рынков? Допустим, раз, этот вряд ли выживет. Вот еще, кстати, есть монах. Тысяча 10%, ну-ну. А где армия-то? Не говорите мне, что они здесь где-то, блядь. Не понял я. А, вот они, господи, фу. Напугали, блин. Так, подкачался. Иди сюда. Да, я думаю, здесь все будет нормально. Плюс туда это все идет. Мне надо здесь окопаться. 3500... Блин. Так, ну ладно, это что у нас? Асигару Яри. Асигару Яри. Асигару Ода Яри. Самурай с Яри. 176. Сигару с луками. Ну, по идее, нормальная армия. Не хочется ничего распускать. Здесь как бы все в масть, как говорится, да? Вот.
В эти дзен, кстати, мы нормально пограбим. Вообще будет хорошо, мне кажется. Будет четенько просто. Итого у Икаики остается вот мина, авари. А вот это еще Икаики, кстати. Понятно. Просто забейте, блин. Что ж ты будешь делать, а? Они умирают как мухи, сука. Просто как мухи. Ладно. Ну тут, мне кажется, на Микаву они нападут. Без вообще, без вариантов. То есть... Тут я не знаю, но... Ну вот это... Это офигенно, короче. Это перелом в компании, можно сказать, да? Так, у меня здесь. Раз, два, три Асигару с луками. Четыре самурая с луками. У-у-у. Серьезно? Так, сколько времени? Да, я думаю, настало время передать ход Воланду. Потому что уже почти час. И я долго буду штурмовать это дело. Пускай это он делает уже. Думаю, здесь он все сообразит. Здесь хорошая армия, да, но как бы, когда заберем эти дзен, не будет проблем в обороне. Единственное, что по еде могут быть проблемы, но и учитывая то, что мы будем постоянно захватывать что-то, да, я думаю, что все будет нормально. Здесь у нас немножко такой блоб небольшой сделали, Каики сами здесь. У нас есть какие-то агенты. Жалко, конечно, мы Нидзюку и Монаха потеряли, но как бы, что делать. Ну, вот как есть, так есть. Как получилось, так получилось. Один ход до неба и земля. Все, всем спасибо, всем пока, лайк, подписка, все дела.